самый сильный футболист, против которого удавалось сыграть? Я же не могу себя назвать. Владимир Евгеньевич Бесчастлив. Против него играл. Очень тяжело. Севиль. Это 16-летний Мухаммад Султонов. Вась, кого из самых крутых футболистов ты фотографировал? Криштиану Роналду, Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Килиан Мбаппе. Самый сильный футболист, с которым удалось пообщаться? Владимир Владимирович Рыков. Самые крутые футболисты, с которыми тебе удалось поработать? Кристо Стоичков, Франческо Тотти и Гаиста Мендьета.